Всем добрый день, добрый вечер, вернее. Нас пригласили в гости. Что-то у меня лейка дикие. Едем на шашлыки. Конечно, я вас с собой беру. Аккуратненько. Это я делаю брюка, чтобы не залить. Мы с Кариной со своим вином. У нас красное, домашнее, сухое вино. Под мясо будет самое то. Заказала такси. Сейчас расскажу я, что со мной вчера приключилось. Вчера тоже мясо жарили у брата. Втроем, я, зять и брат. Вчера у него в гостях были. Так, вот как тут понять, чтобы не перелить, а? По звуку. Наверное, по звуку ориентироваться. Эту пластмассовую некрасиво с собой брать. У меня такая графинка. Если здесь тоже было вино когда-то очень давно. И мы сейчас красиво наливаем и на стол ставим. Такое ощущение, что оно уже долилось. Интересно, сколько тут? Я думала, тут 1,5 литра, тут немного больше. Безразмерная какая-то бутылка. Так, уже видно. Еще чуть-чуть. Все, под горлышко налила. Еще у нас есть вкусный сыр, мой любимый Маздам и Дорблю. Карина купила, говорит, в субботу, говорит, под просека будем с тобой праздновать. Не знаю, что она праздновать собралась, но и нас тут в гости пригласили. Так, заказала такси. Вчера, короче, заехала за зятем, отвезла его к брату, и он пока они там мясо жарили, он говорит, машину дома оставь, такси вызывай, приезжай. Вызвала такси, а у нас не на номер приезжает, а на 2 номера раньше показывает почему-то навигатор. Приехала, заказала такси, через минуту подъедет. Ну, я думаю, пока я выйду к воротам, как раз машина подъедет. Вышла на улицу, смотрю, таксист включил сразу ожидание. Машины нет. Посмотрела сбоку, ну, где обычно останавливается такси, машины там тоже нет. Набираю, я говорю, я вас жду, ну, машины нет. А написано, что мы подъехали, уже ожидание даже включили. Он говорит, я стою по адресу. Я говорю, я вас не вижу, я вышла на улицу, вас встречать вас нету, отказывайте. Отменяйте вызов. Я говорю, в смысле отменять вызов? Ну, я заказала, меня ждут, мне нужно такси. Он говорит, ничего не знаю, отменяйте вызов. Странно, отменила вызов, с меня Яндекс вычел 60 рублей. Я все понимаю, что 60 рублей не деньги, да, но не по моей же вине. Машина не приехала на вызов. Почему я еще за это должна платить? За то, что он отказался меня вести, я еще должна 60 рублей платить. Я не знаю, что-то я так разозлилась, написала в службу поддержки. Сейчас мне, конечно, это смешно, но вчера я прям это рвала и метала. Написала в службу поддержки, там попереписывалась со службой поддержки, сказали, извините, сильно не переживайте, не беспокойтесь. Вернули мне эти 60 рублей. Ну, дело в том, что такое впечатление, что он даже и не собирался приезжать. Я не знаю, зачем он взял мой вызов. Итак, что, вино холодное.
Нас пригласили к 6:30, 5:30. Сейчас Карина соберет. Ну, она собралась, сейчас спускается. Вызываем такси, выходим на улицу, ожидаем такси. Все, поснимаю там. Сегодня будет караоке. Я сегодня буду петь. Поснимаю вам. Переключимся. Сегодня погода хорошая, прохладненько, да? Да. Вызвали такси. Сколько тут ехать? Ну, километров, наверное, 13, по-моему, мне Яндекс.Навигатор показывал. 687 рублей. Что-то вообще нужно это приложение удалить. Не, не надо удалить, ну пусть будет. Вызвали такси. Обычно. Обычно такси вызвали, 250 рублей. Это Яндекс рублей. Такой дорогой? Да, 687 рублей, да, мне Яндекс поставил. Где он такие цены забрал? До Грозного 1000 рублей. До Грозного 1500 с человеком. Ну, полторы. Ну да, я тоже в недоумении. До Назра не доедем. Сейчас поедем. Ко мне завтра Лися приезжает. Вообще-то завтра планировали к гостям. Все резко поменялось. Марка. Вытащили вино, потому что Карине тяжело. Там еще кое-что взяли. Можно было вино в отдельный пакет положить. Ну, так, в руках. Ну, уже, да, ладно, уже вышли. Оно тяжелое, такой любой пакет порвется. Марка, что там, вкусно пахнет? А что-то я и не припомню такой очень красивый. Это нам дарили вино. Мы вино выпили, а машину оставили. Так все ждем. Цветочки рада поснимаю. Карина говорит, тут красиво, а тут только желтый. О, не, на лилии у меня аллергия на запах. Никогда не распустились, а тогда только... Вообще был вот... Ну, как из нарезанных вообще были те, которые вообще вот зеленые. Ну, зеленые, может, еще рано было. Наконец стола положи, я пока все красиво, я поснимаю. Ой, да. Красиво, да? Ну, а в той кастрюле что за мясо? А что ты переложила? И это не ты переложила. А тут барашка есть жареная или нет? Стесняюсь спросить. Тоже, да, вот. Есть? А. Я не знаю, вот это по сути. Выключай. А там что? Меня тоже можно снимать. Ты не любишь, но я думаю, здесь ты помнишь. А если я буду молчать, я даже не буду. Я же не понимаю. Ты мне ты всегда красивая. Так. Сейчас будет караоке. Караоке на. Я тебя люблю, уважаю. Пошли с ним в Теслу. Нет, зайди сам. Я даже, я говорю, что дверь бывает... Вот эта песня, да? Не знаю, но я набрала. Да, да. А что ты набрала? Блока, я не понимаю. Когда живет, конечно, не поверит, что пятый звезд исполнен в сердце, и даже самый настоящий зверь кого-то боится и даже не жет. Поверь же, наконец-то, не поверит, что пятый звезд исполнен в сердце, и даже самый настоящий зверь порой ты боишься, и даже не жить. И ты уже боишься, может, от меня искать себе любой горячий домик, где все равно я люблю тебя. Твои глаза из минуты и дороги. И ты уже боишься, может, от меня искать себе любой горячий домик, будет все равно, я люблю тебя. Твои глаза не свинут и дроби. Артем, больше микрофон никому не отдавай. Я не поняла. Карат, я не поняла. Она снаезжает. Мы сегодня не в духе. Пусть он боится, но не боится, и пусть он будет плачет,
когда его обманом я привезла. Крутил на пиццу сотный смех, но и его крутило боится. И грустно ему и плачет на коле, когда его обманом я привезла. И ты ушла, ведь сможет от меня искать себе другой горячий дом. Это небо, плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. И облака на юг, пальцы над головой, перед экраном, женщины без отпада, женщины для любви, таяла словно воздух в раствор. Мазя, за те же песни, волки восстали, устали, устали. Давай другую. Сейчас мы быстренько репертуар поменяем. Конечно, есть. Я... Хорошо, давай подсоединим. Давай. Четыре двойки, точка четыре двойки. Подождите, давайте, чтобы ничего не портить. Четыре двойки. Раз, два, три, четыре. Точка четыре двойки.
Раз, два, три, четыре. Потеряться, на все махнув рукой. А вот идет любовь и улыбается следом за тобой. И танцует, и поет она, отчего бывает ночь нежна. И крутит небеса, меняет полюса, а я смотрю ей в глаза. Все нормально, у хулигана ничего не надо, мне с тобою рядом. Все нормально, у хулигана никакой печали, лишь небо за плечами. Все нормально, у хулигана ничего не надо, мне с тобою рядом. Все нормально, у хулигана никакой печали, лишь небо за плечами. Все нормально, у хулигана мама. Все нормально, у хулигана мама. Все нормально, у хулигана мама. Все нормально, все нормально, мама. Шабаш, будете давать, я буду танцевать. Ах, маманя, ну какая доля городская. И теперь пишу тебе, родная, у меня красивый город, а? Доля. О, давай. А, отгадал, да? Это твоя песня. Ну, а что ты испортил все? Сюрприз. Небо на ладони ты будешь. Да, да, это хотелось. Ну, давай. Небо на ладони, только сердце верит. Небо на ладони, нежность тебе я. И луну, и звезды пополам делили. Так же было просто жить вокруг одни. Небо на ладони, платье белоснежно. Красиво. Небо на ладони, ты не с нам не нежно. Раза пила мало, жизнь без небраха. Ну зачем я знаю, на любовь казала. Не гадайте на любовь, как на счастливые глаза. Не гадайте на любовь, все решает небеса. Не гадайте на любовь, небо на ладони, очень осторожно, если только трону, все разрушить можно. Тебя никто не верит. Я вот темпу вашу разбил пока. Ну что, вкусно, спасибо. Не гадайте на любовь, если я сливые глаза. Не гадайте на любовь, все решает небеса. Не гадайте на любовь, если я сливые глаза. Мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно.
Прошлогоднюю печаль, до свидания, тебя.
тянет снова к берегам. Веря небесам, снова буду ждать. Счастье на пути искать, поверь в опять. Не дождал белый снег, белый свет. Одинокий ветер, если любовь разлит, умирает и на носу. Белый пароход в море уйдет.